классный вопрос. Мне 18 лет, я работаю официантом. Как мне соблазнять моих гостей, особенно милф? А как тебе соблазнять? В последнее время много запросов от мальчиков на взрослых. На телок, да? Женщин с деньгами. Классная, прикольная тема. Очень прикольная тема. Понимаешь, еще в начале эфира я сказал такую фразочку, что вот очень часто люди задают мне вопросы. Смотри, девчонки задают вопросы, как познакомиться с диджеем. А мне диджеи задают вопросы: слушай, у меня на концерте телочка, мне понравилась. Как ее подснять? Я же там за пультом. Ну, то есть, по сути, вот представь себе ситуацию, что ты задаешь вопрос, как с милфой познакомиться, которая является твоей клиенткой, а она сидит, короче, и думает: блин, как мне снять этого мальчика? И мне такие вопросы задают тёлки. То есть, смотрите, какая ситуация, еще раз повторяю. Встретились два одиночества. Когда ты хочешь познакомиться с какой-то тёлочкой, да, ты думаешь, что ей нахер не нужен, что она сидит своими делами занимается, а возможно, она вот прямо сейчас сидит и запарилась, как познакомиться с этим пацаном. У нее тоже, возможно, есть в этом потребность. Поэтому часто работает то, что я в начале эфира сказал. Просто действовать с каждой тёлкой. То есть приходит девочка, открыл ее как угодно, неважно, что-то сказал, дал ей телефон свой под предлогом каким-то. Под любым. Легенду придумал быстро. Легенда. То есть все упрощается в следующее. Нужно под какой-то легендой, социально адекватной, уместной в данной ситуации, слить ей свой контакт и взять у нее контакт, например. Все. Ну, теперь надо просто придумать легенду. В какой ты находишься ситуации. Принцип один – мышление. Все сводится к придумыванию легенд, объяснений для человека и для окружающих людей, почему это нормально обменяться там телефонами или инстаграмами или чем угодно. Ну, контактом каким-то, чтобы потом продолжить общение. Вот и все. Можно карточку просто, карточку нафигачить со своей инстой. И на ней, например, что угодно там, неважно, массаж шиатсу со скидкой постоянным клиентам моим. Вот, вместо чаевых скажи, чаевых не нужно, значит, приходи ко мне на массаж шиатсу, я после работы подрабатываю массажистом шиатсу. Вот, и визитку ей бах, сунул, вот, она, соответственно, может быть, среагирует. Написал ее инсту, она среагировала. Протестил, работает, не работает, поменял легенду. Ну, то есть, образ такое мышление должен быть. Дальше уже сами. Так он, возможно, денег хочет. Кто? Официант этот, от этих женщин. Денег, да, так прекрасно. Вот массаж шиатсу, шикарный вариант. Зарабатывание денег.